Привет! Еще одно мое такое маникюрное видео. Хочу показать маникюрный набор, который я купила. На самом деле не хотела, ну вообще не считала нужным там снимать, какие-то похвастушечки такие делать. Но я просто хочу, кому это будет интересно, показать. Это ничего не значит, это естественно... Мои ролики не монетизируются, то есть они бесплатные. Просто я хочу делиться тем, что мне здесь на территории Америки интересно, то, что может быть интересно тебе, и просто рассказать, что мне периодически здесь нравится, не нравится. И вот сейчас вот я купила в Росс, я показывала, что магазины абсолютно пустые, абсолютно. А, нет, я не в Росс купила, я купила это в Брентон. Вот. За 3 доллара всего лишь стоил он. Сейчас посмотрим, сколько. Попробую аккуратненько оторвать. Получится, получится. Это было, конечно, очень заранее. Кстати, вот помнишь, да, это у меня накладные ногти. Вот смотришь, что так я с ними беспощадно. Ух ты. Стоил он 6 долларов. Почти что, да? Видишь? Вот, стоил он 6 долларов. Теперь он стоит 3 доллара. Не знаю, говорит тебе что-то. Такая фирма не говорит. Но я оказалась очень довольна вот этим набором, просто поэтому я решила его... Я его уже распаковала, но я сейчас его решила еще раз распаковать, да, потому что я никакие вещи из него не потеряла. Поэтому я вот сейчас хочу показать. Мне он очень понравился, я даже не подумала, что он может быть таким удачным. Здесь пилочка. Пилочка такая вот. Такая я немножечко уже поклеила. Она имеет хороший такой, хорошую вот эту шкурку. В принципе, ей очень неплохо можно подпиливать. Посильнее, послабже. Мне очень понравились вот эти вот маленькие щипчики. Я их уже опробовала. Вот видишь, у меня вот все время мне приходится вот эти вот ногти капельку подравнивать. Капельку, видишь, это клей, да? Вот он периодически вытекает. Но я про ногти, свои результаты расскажу немножечко попозже. Пусть пройдет хотя бы некоторое время. Вот сейчас, кстати, это третий день моих накладных ногтей. Кто не помнит, я их еще со стола даже не убрала, вот они. Я эти ногти наклеила. Но это будет еще одно видео, я все равно хочу, у меня очень много впечатлений, я хочу рассказать о них более подробно, что происходит с этими ногтями, пока ты носишь, и смерть маникюрным салоном или не смерть маникюрным салоном, поэтому мы посмотрим немножечко дальше. Ножнички, мне нравится, что они с закругленными такими краями, остренькие. Так, это для педикюра такие огромные, чище. Все это крепкое такое достаточно, хорошо сделано, вообще никаких претензий. Да?
Сейчас я подчеркну, потому что ничего не достает. А, вот нет, специально есть чем достать. Палочка. Для всякой ерунды. Здесь мягенькая насадочка. И что еще приятно, вот этого я внизу не видела. Потому что во многих наборах есть внутри такая просто цветная прокладочка, да, бумажка. Па-бам! И здесь просто вот чудесная-расчудесная косметичка. Поэтому я сейчас всю эту красоту буду складывать в эту косметичку. Не знаю, правда, потом, как я буду это все доставать. Да, косметичка абсолютно неудобная. Но это, наверное, она такая глубокая специально, чтобы пилочка туда входила. Да, наверное. Ну, конечно же, это да, потребуется очень много. Ну, это, конечно, косметичка не для этого, да. Может быть, она ее использует для каких-нибудь кисточек, может быть, еще для чего-то. Не для этого, конечно. Нет, это была плохая идея мне сюда что-то сложить. Но, во всяком случае, кроме пилки, сюда реально ничего не помещается. Но это может быть такая хорошая косметичка для кисточек. Ну, вот хотела тебе это рассказать, показать. Мне показалось, что, может быть, кому-то это будет интересно. Еще раз показываю фирму. Toscan Hills. Ничего мне об этом не говорит. Но кто, может быть, увлекается, знает, тот понимает. Видимо, эта фирма такая неплохая. Ну все, прощаюсь. До следующего видосика. Пока.